старинная Тверская земля. Как хочется заглянуть туда, в глубину веков, ощутить неведомое прошлое на расстоянии протянутой руки. Наши города возникли не на пустом месте. Гигантская пирамида истории. Под кварталами сегодняшнего Калинина на различных хронологических уровнях мощный культурный слой российского средневековья. Древняя Тверь обретает для нас все более отчетливые очертания. Правда, до недавнего времени это была безмолвная история. Голос находок слышали только археологи. На вершии трости или рукоять деревянного ковша. Это уж точно топор, шило и боевой кистень. Находки тщательно описывают, классифицируют. Теперь можно увидеть, какой утварью пользовались в те времена, с кем торговали, как наряжались в праздник красавицы, каким богам молились тверичи, даже каким поясом перехватывал султану безвестный тверской монах. И вот вслед за Новгородом, где еще полвека назад были найдены первые берестяные грамоты, заговорила древняя Тверь. От Стапемира к Михалу Доможировичу. Хочешь взять половину денег? Я поручился отцу твоему за Ивана. Так я больше дать не могу. Поклон от Григория к матери. Быстро продай имущество и будь у меня в торжке. Если не застанешь, жди меня. Все твои расходы оплачу. 7 веков назад были нацарапаны писалом на бересте эти письмена. А сколько еще бесценного хранит в себе Тверская земля? И только ли Тверская?